Всем добрый день. Прошло полгода работы с Давидом, и это наш видеоотчет через полгода с начала сеансов. Итак, что по порядку? В целом очень важный момент. Ребенок стал хорошо понимать обращенную речь. Он стал понимать, что от него хотят, что ему нужно в данный момент сделать. Он стал хорошо понимать такие команды, как «стой», «сядь», «подожди». Он уже не бежит, сломя голову. Он может, если я попрошу его, «Димочка, постой», он останавливается. Вот. Еще хорошим изменением у нас есть то, что он стал различать цвета. Допустим, я прошу, покажи красный, желтый, синий. Он хорошо показывает правильно цвета. Еще он хорошо показывает части тела свои и в книжке может у персонажа показать, где глазки, где носик, где ротик. Этого раньше вообще абсолютно не было. Он вообще ничего не понимал. Не понимал ни речь обращенную, ни что от него хотят, а не уж тем более, где глазки и еще что-то подобное. Вот, такое очень хорошее изменение у нас есть. Еще один такой момент, что он стал более самостоятельный, допустим, в плане туалета, да, он, если хочет в туалет, он сам бежит, и уже мы пользуемся не горшком, а уже взрослым туалетом, то есть он понимает все, как что нужно правильно делать, вот. Молодец. Вот. Еще один такой хороший момент, это то, что пытается сам одеваться. Может уже одеть там, допустим, трусики, носочки, штаны. В принципе, может самостоятельно одеть. Что-то может уже и снять. Там, допустим, шапку, куртку, ботинки. Хорошо уже сам снимает. Сам может одеть тапочки домашние. Вот. Этого тоже раньше не было. Абсолютно. Вот. И в принципе уже такой проявляется характер, уже видно такая его хитринка, уже начинает что-то хитрить, смеется, знает, что вот его сейчас там наругают, и он начинает так улыбаться, хитренькие глазки такие делать. Вот. Ну, раньше таких эмоций вообще никаких не было. Ребенок как будто бы все время спал, все время как будто бы на него одели какой-то чехол. Вот. Сейчас потихонечку этот чехол снимаем с него, с меня, и начинаем с ребенком радоваться жизни. Вот, как-то на площадке более он, допустим, сейчас вот выпал снег, и вот он смотрит, где детки, и он даже вот минут 5-10 может пойти сам, где детки, поиграть с ними, да, там они катаются с горки, он за ними тоже повторял, улыбался, вот как-то так видно, что Димочка заигрывает с мальчишками, ему хочется этого общения, не скажу, что прям так долго, да, там это может быть 5-10 минут, потом идет обратно на свою качелю, вот, но все равно это уже много. Пока что еще Дима не говорит абсолютно, не получается у него это делать, все как-то вот на своем, только может повторить букву А и У. Больше он повторять не хочет и пока как-то ленится или не знаю что. Ну, будем еще работать с Давидом над этим. Вот. Еще бывает, конечно, у нас с режимом беда. Все-таки бывает, может заснуть в 7 вечера, там в 3 часа ночи проснуться и гулять до 5 утра. Вот это вот тоже такое у нас еще пока есть. Вот. Но в целом, конечно, это очень большая разница по ребенку. Он действительно повзрослел. Нам это говорят неоднократно все наши знакомые о том, что он очень вырос, о том, что Дима очень изменился, о том, что он смотрит в глаза, о том, что действительно есть очень такие серьезные изменения, которые
Ну, мы ничем не могли добиться, никакими процедурами, никакими ни препаратами, ни таблетками. Вот, так что есть еще над чем работать. Это речь, это вот режим нам надо как-то наладить. Вот, но в целом все очень-очень хорошо. Поэтому большое спасибо Давиду, его семье. Вот за то, что он есть, за то, что он для нас делает. Нам это очень важно. Мы вас очень сильно благодарим. Спасибо большое. До свидания.